флокс шеловидный. У меня вот такой вот беленький здесь. Как я за ним ухаживаю? Я его не обрезаю. Говорят, надо обрезать. Я попробовала в прошлом году, мне не понравилось. Поэтому я не обрезаю. А ухаживала я за ним и ухаживаю. Я просто его раскладываю, как бы, вот так вот рукой. Беру землю. И землей, то есть, подсыпаю его. Подсыпаю ему корни. Вот так вот. Вот беру и подсыпаю ему вот так вот корни. И я так делала всегда. И они, где корень вылез на наружу, он спрячется под землю, пустит новые корешочки, и будет все отлично. Будет обновляться корень, обновляться, и флокс будет сам обновляться. Не обрезаю я. И поверьте, у вас будет прекрасный куст на следующий год. Вот эти вот веточки, вот эти вот, и те, которые внизу, дадут корни, укрепятся и будут хорошо на следующий год цвести и расти. Попробуйте. У меня все получается. И вот еще флокс шеловидный. Этот я в прошлом году не обрезала. Но землей буду просыпать обязательно. Смотрите, видите, у него голые корни получаются. Они оголяются. Но это не корни, а как стебелечки. С этих стебелечков идут корни. И они приживаются к земле. Прирастают и приживаются. Я их сейчас, вот он отцветется. Я опять же его вот, вот видите. Потом, когда это все обрезается, они оголяются. Отцветется. Он уже отцветает. Отцветется, и я его землей вот так вот позасыпаю немножко. Попробуйте и вы.